Вашингтон, 24 мая, РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Японии Таро Коно подтвердили действующий курс по КНДР на встрече в Вашингтоне, включая тесную трехстороннюю координацию с Южной Кореей, сообщил Госдепартамент США. Секретарь Помпео и министр Коно подтвердили нашу общую решимость по Северной Корее. Министры подтвердили общую цель полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи. Они высказались за поддержание тесного трехстороннего сотрудничества Японии, США и Республики Корея, говорится в сообщении Госдепа. США готовит саммит с КНДР 12 июня в Сингапуре, однако окончательной ясности с проведением встречи нет.